Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient de si loin que je vienne, traîné par sa mine musicienne. Un jour, cette mer est affolée, sans toi, j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parlait toujours avant moi, et sa voix couvrait ma voix. Padam, 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 il arriva courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui m'a montré de doigt. Et je traîne après moi comme un drôle d'ailleurs, cet air qui sait tout par cœur. Уже несколько минут в нашем эфире начался город С. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Сегодня очень хотелось поговорить бы о рекордах. А еще о том, что наличие этих рекордов и активность образа жизни отнюдь не зависит от того, сколько вам лет и какое у вас здоровье. Знакомьтесь, пожалуйста, сегодня в нашей студии Ольга Баранова, директор Самарского дворца ветеранов. Здравствуйте. Добрый день. И Анна Зотова, лауреат ветеранской книги рекордов. Добрый день. Ольга Николаевна, что это за книга рекордов? Давайте будем исходить из того, что кто-то об этом не слышал, кто-то не знает. Так получилось, что рождение проекта «Ветеранская книга рекордов» — это 2012 год. В свое время я посмотрела сюжет по центральному телевидению, который рассказывал о японке 96 лет, которая начала заниматься борьбой. И, значит, по нашему телевидению ее показали, Япония ею гордится. И возникла мысль, а наверняка есть в нашем городе люди, которые, несмотря на возраст, которые, несмотря на ограничения возрастные, по здоровью, тоже живут активно, не боятся начинать какие-то новые дела, какие-то достижения есть. И вот такая идея возникла, ее мы обсудили с ветеранами нашего города, с городским советом ветеранов, с администрацией, и поняли, что отклик есть. И действительно, в нашем городе живет много уникальных людей, которыми стоит гордиться, о которых нужно рассказывать прежде всего детям. И вот 2012 год – это первая ветеранская книга рекордов. Она получила название «Возраст рекордом не помеха» и рассказала о 27 жителях нашего города, которые имеют достижения в нескольких областях – и в общественной работе, в искусстве, в спорте, за здоровый образ жизни. Заявок было более 80, из них вот компетентное жюри отобрало 27 – яркие личности – ну, я повторюсь, уникальные люди, которые достигли определенных результатов уже после выхода на пенсию. То есть вот это вот... А заявки они пришли как? Люди сами их подали? Или было несколько вариантов. То есть заявки поступали от общественных организаций ветеранов-инвалидов, от инициативных групп, потому что зачастую так бывает, что люди, которые живут рядом на одной площадке, мы о них мало что знаем. Вот. А есть те, которые могут рассказать вот бабушке, о дедушке, которая дома занимается, например, каким-то декоративно-прикладным творчеством, и не просто для себя, а вот такие работы, которые стоит показывать широкой общественности. Больше 80 заявок и 27 лауреатов. До сих пор общаемся, до сих пор дружим со многими из них. Практически про каждого знаю и горжусь тем, что действительно я знакома с ними. 2015 год – это вторая ветеранская книга рекордов. Мы помним, что это год 70-летия Победы. Поэтому мы решили, что вторая ветеранская книга рекордов будет посвящена одной номинации. «Растим патриотов» она называлась. То есть эта книга рассказала о людях, которые занимаются, о людях и организациях, которые занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения. И эта таких книга, на целую книгу набралось? На целую книгу. То есть это 9 организаций и 12 человек, которые реализуют уникальные проекты вот именно в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Участниками стали и образовательные учреждения, даже детские сады, отдельные личности, которые в определенном возрасте
такие как Веревкин, например, Михаил Федорович, ему 88 лет, но он до сих пор в строю, он до сих пор занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения, он сам разработал программу, называется «Растим патриотов России», снабдил ею всех активистов своей организации. И вот в год 70-летия Победы конкретно Михаил Федорович более 50 провели встреч, более 2000 человек стали участниками уроков мужества, которые проводили ветераны. Ничего себе цифры. Это цифры, это действительно гордость и уважение. И третья ветеранская книга рекордов, мы ее объявили в 2015 году, в 2016 году подвели итоги. 15 сентября вот этого года проводилась презентация ветеранской книги рекордов 2016. Она рассказывает о людях в 7 номинациях, такие как «Золотой долгожитель». Оставили «Растим патриотов», потому что это важно, об этом нужно говорить. «Спортивные достижения», «Я за здоровый образ жизни», «Мир моих увлечений», «За гранью возможного». На конкурс было подано 43 заявки, 37 стали лауреатами в этих 7 номинациях. И опять же, уникальные люди, о которых нужно рассказывать, которыми нужно встречаться, потому что это не только опыт, это не только определенная жизненная ситуация, да, жизненный опыт, но и светлые люди, которые в большинстве своем действительно ориентированы на то, чтобы отдавать, делиться. И прежде всего наше молодое поколение должно знать об этих людях. Давайте знакомить будем наших зрителей с одним из таких людей. Это Анна Зотова, женщина с удивительным голосом. Просто заворожили нас в начале программы. Спасибо. Уже, поэтому дальнейшее течение разговора такое, наверное, немножко импульсивное будет. Анна, ну вот мы говорим о ветеранах, но смотрим на вас, и как-то вот не очень поворачивается язык это сказать, на самом деле. Я многих обманываю своим возрастом. Слава Богу. Расскажите, пожалуйста, о себе немножечко. Вот что привело вас, ну, в книгу, наверное, сначала, да? Ну, в книгу — это очень сложный жизненный путь. Как говорится, жизнь била о стенку не раз и не два. И что пришлось бороться за жизнь, ну и оценили те, кто меня в книгу рекомендовали. Так что, слава Богу. Но борьба за жизнь закончилась победой, это мы видим. Ну нет, она не закончилась, я борюсь. Я, слава Богу, борюсь. За жизнь, это, оказывается, каждый день надо бороться. Опять же, эта же дорожка привела вас к... Я так понимаю, вы не с детства, наверное, играете на гитаре, да? С 8 класса. Ага, то есть все-таки достаточно... Вообще, я так по своему развитию пацанка. То есть мама родила девочку, потом вторую девочку, но вторая девочка оказалась мальчишкой по характеру. Это вы? Да, это я, да. Первая моя сестра, она такая была полуледи, прям с самого рождения ее так и называли. Она, кстати, сейчас учителем работает, была заслуженной... Была завучем в школе, заслуженный учитель. То есть она, вот как она родилась, так она спокойно жила всю жизнь, по своей стезе шла. А я была пацанкой с детства. Футбол, хоккей, меня никто девчонкой-то во дворе не признавал. То есть с мальчишками боролась и прочее, прочее. Вас это не огорчало? Да я даже себя девчонкой-то не считала, честно говоря. Мне это было довольно... Ну, когда уже началось созревание. И вот в 8 классе мои пацаны взяли в руки гитару, а я чем хуже своих пацанов, я тоже взяла в руки гитару. Ну, а потом в институт мне повезло, у меня в комнате жила девчонка, а к ней ходил парень с мехфака. Вот он был руководителем клуба. То есть я еще кое-чему от него нахваталась, а, наверное, я была способная. И вот так вот, так вот. А вот потом, когда начались жизненные сложности, гитара очень начала помогать мне. То есть я гитару сначала повесила, а ветврачом работала. Ну, короче, было мне не до гитары дело. Жизнь так текла очень хорошо. И тут вот все это началось, и вот я взялась за гитару, и гитара прямо начала меня вытягивать из депрессии. Ольга Николаевна, мне кажется, что о себе всегда говорить достаточно сложно. Мне, конечно, может быть, вы несколько сложно. Слов про Анну нам я расскажете. Добавлю с удовольствием, потому что Анну знаю несколько лет и познакомилась с ней, когда она выступала еще в дуэте «Сестры Харольские», назывался их творческий проект. Выступали благотворительно для ветеранов. Но вот именно ветеранская книга рекордов помогла узнать ее глубже, что называется. Вообще, Анна – лауреат ветеранской книги рекордов в номинации «За гранью возможного».
То есть человек, который не просто, вот она скромно говорит, можно я об этом скажу, да? Можно. Действительно, когда вопрос стоял жизни и смерти, когда слепота, когда онкология, когда удаленное легкое, и доктор сказал ей в свое время: «Аня, пой, и ты будешь жить». И вот, собственно, вот ее натура такая живительная, такая открытая, она помогла ей в том, чтобы действительно выкарабкаться из того состояния. И не просто она запела для себя. Это благотворительные концерты для ветеранов, для инвалидов. Любая возможность показать и рассказать, что жизнь хороша, она в любом проявлении, в любом возрасте. А еще и спеть. Поэтому больше сколько она ежегодно концертов? Сложно сказать. Сочетать, да, невозможно. 50-то точно, наверное. Вот да, вчера у меня был сольник, например. Где вы выступали? В обществе инвалидов. Вот, там был день пожилого человека, я там концерт делала. Мы услышали песню на французском языке. А вообще, на скольких языках вы поете? Почему французский? И что вообще, почему на странные языки? Вы знаете, из-за своей болезни, проблемы с памятью, я решила вот так вот бороться с этой проблемой, учить иностранные песни. То есть, так. Ну, кто-то кроссворды, а я же пою, значит, как-то мне надо. Но вы же наверняка понимаете, о чем вы поете. Ну, я не, в интернете слова, можно, да, все понять. В интернете дают перевод. Я, к сожалению, языков не знаю, но английский в институте учила. Вот. И, то есть, я, конечно, понимаю, о чем я пою, я же даю энергетику. Причем я обязательно слушаю, как оригинал поет. Я, что называется, слизываю с оригинала подачу материала. Я пытаюсь лучше все это сделать. Я пытаюсь очень хорошо, чтобы люди понимали, о чем я пою, и чтобы они это принимали. И сколько этих языков в вашем репертуаре? Вот пока 15. Вот. Боже мой, какой самый необычный, непривычный? Ну, идиш и иврит. На идише я пою «Тумбалалайку», на иврите я пою «Хава Нагилу». Так, вот все равно хотелось бы воспользоваться ситуацией, да, и все-таки побольше и послушать, но и поговорить хотелось бы. Поэтому давайте, может быть, сейчас маленький кусочек какой-нибудь. Ну, давайте вот «Тумбалалайка», раз я не сказала. Тумбала, тумбала, тумбалалайка, тумбала, тумбала, тумбалала, шпилбалалайка, тумбалалайка, шпилбалалайка, фрёлин зозайн, штейт абухер и унер трахт, тракт ин тракт, аганцен нах, вейменцен неймен и нет фаршеймен, вейменцен неймен и нет фаршеймен. Тумбала, тумбала, тумбала лайка, тумбала, тумбала, тумбала лай, шпилбала лайка, тумбала лайка, шпилбала лайка, фрёлик зозайн. Это был идиш. Это был идиш. Удивительно. Ольга Николаевна, книги имеют такое громкое название «Книга рекордов». Ну, что касается Анны, тут даже сомневаться не приходится, это действительно удивительно, каждый это день рекорд. Подвиг. А вот относительно остальных, много рекорды ли там действительных подвигов, рекордов? Ну, судите сами, Инесса. Виктор Александрович Лазарев, он стал лауреатом ветеранской книги рекордов и первый в 2012 году и 2016 года в номинации «Спортивные достижения». Виктору Александровичу сегодня 76 лет. Он чемпион мира по гиревому спорту, многократный чемпион мира. Причем эти достижения получены вот за последние 3 года. То есть человек не просто гири для себя поднимает, он является, участвует в мировых чемпионатах и становится их победителями. И Виктор Александрович, его имя занесено в реальную книгу рекордов Гиннесса вот за те достижения, которые он имеет как спортсмен, спортсмен-ветеран. Или, например, Коновалов Андрей Андреевич. Он является лауреатом ветеранской книги рекордов в номинации «За гранью возможного». Андрей Андреевич, тоже сложная жизненная ситуация. Еще в детстве ему удалили ногу. И удалили таким образом, что он не может пользоваться протезом. То есть этот человек практически с детских лет на костылях. Тем не менее, отличник в учебе, закончил плановый институт. Эта жизнь так сложилась. Но в свое время, опять же, встреча такая судьбоносная случилась с тренером по стрельбе. И с того времени Андрей Андреевич является чемпионом мира по стрелковому спорту среди паралимпийцев. То есть он многократный, 20-кратный чемпион Европы,
сейчас могу что-то напутать, и 15-кратный чемпион мира. Причем он владеет в совершенстве и пневматической винтовкой, и еще какая есть винтовка? Воздушная. Какая-то точно есть. Да, да, да. То есть вот малокалиберная. Да. То есть благодаря этому вот у него так количество достижений увеличивается. И достижения эти вот буквально прошлого года. На мой взгляд, это ну, не просто достижение, это уникальное достижение. Еще пример. Надежда Петровна Бердникова. Она у нас лауреат в номинации «Золотой долгожитель». Надежде Петровне 85 лет. Она учитель начальных классов. Она состоялась в профессии, закончила трудовую деятельность в 70 лет. И с возраста 70 лет вот, не было возможности у нее, пока работала, заниматься живописью. А душа очень хотела. И в 70 лет она вот себе посвятила, дала такую возможность заняться. И в настоящее время более 120 живописных работ Надежды Петровны написано. Причем очень интересные полотна, работает маслом, уникальные работы. Вот. Убедили. Действительно, рекорды и действительно есть действительно, о чем действительно говорить. Серьезные вот такие достижения. Другой пример. Сейчас. Разник Зиновий Маркович. Он у нас лауреат ветеранской книги рекордов в номинации «Золотой долгожитель». Ему в этом году исполняется 96 лет. На презентации ветеранской книги рекордов он был в добром здравии. И мало того, что вот просто уже 96 лет, он еще по-прежнему в строю. Он является одним, собственно, инициатором создания музея профтехобразования, которым он руководил уже после выхода на пенсию 20 лет. И сейчас по-прежнему он, так сказать, в гуще событий, он проводит экскурсии, он участвует в конференциях. 96 лет. То есть важно не сколько жить, а как жить. Именно. Да? Музей Ивана Климина, она лауреат ветеранской книги рекордов в номинации «Инициатор полезного дела». За что? Музей Ивана в этом году мы будем отмечать 80 лет. Состоялась в жизни, в профессии, вышла на пенсию в 2003 году, создала ансамбль бального танца «Сеньоры». И уже с того времени, вот как инициатор полезного дела, с того времени коллективу, сколько получается, если в 2003, сейчас 2013 лет коллективу бального танца «Сеньоры» возрастной категории, нашей возрастной категории. И надо сказать, что в прошлом году коллектив, который возглавляет музей Ивана Климина, получил звание «Народный самодеятельный коллектив». Просто так не даются такие однозначно, звания, это безусловно. Однозначно. Вот про таких людях, о таких людях рассказывает ветеранская книга рекордов. А поскольку их все-таки три, мы, конечно, не сможем сегодня рассказать обо всех, но у нас зато есть живой представитель одной из этих книг. Анна, каждым из нас время от времени случаются, наверное, какие-то беды, какие-то проблемы у нас возникают. И кто-то справляется так стойко, а кто-то раскисает, и очень многие. Это вот легко говорить, а каково это все сделать. Скажите, пожалуйста, когда вот случилась прям беда-беда, когда стал вопрос жизни и смерти. Ну а как в себе найти силы-то? Вот, вас поддержала песня, но она же не стояла у вас за спиной и не витала вокруг вас. За нее же надо было взяться, убедить себя в том, что да, вот так. Во-первых, у меня мама со всеми заглавными буквами. Мама. С множеством восклицательных знаков. И с множеством, бесконечное множество восклицательных знаков. Моя мама – это моя поддержка. Мой, кстати, теперь имиджмейкер, моя портниха. Как вам повезло с мамой. Она мне все. У нее очень хороший вкус. Она очень хорошо шьет, хотя педагог сама, филолог. Долго работала. Сейчас, кстати, у нее трое правнуков. Она вот на Средиземное море собирается с двумя из них. Молодец, мама. Она у меня просто умница. Мамы нет в книге рекордов? Ну, она очень скромная женщина. Надо подумать, Ольга Николаевна. Ей достаточно того, что я туда. Я уже слышала, да. Ей достаточно меня. Вот, то есть благодаря маме все время возле меня была. То есть она не дала вам опустить руки? Ну, и она тоже, и она тоже. Вот песня, она... И знаете, вот когда вот перед операцией, вот про легкое, тут зашел разговор, я ходила по больнице, это было Подмосковье, Балашиха, и что-то меня привлекло, небо, я увидела небо. И, наверное, ну, я не знаю, там какие-то силы небесные. Во-первых, я залюбовалась этим небом, я вот с тех пор я смотрю все время в небо. Хоть я и плохо вижу, хоть я хожу с тростью, но я не смотрю себе под ноги. Я все время любуюсь небом, пока я его еще, слава богу, вижу. Хотя было время, когда я была тотально слепая, но тоже не об этом разговор.
И вот, вот, наверное, еще и небо мне. Небо, мама, музыка. Ну, тут еще можно вспомнить еще что-нибудь. Анна, можно попросить еще кусочек музыки? Просто я вот вам могу предложить на испанском. Не хотите? Конечно, хотим. Сейчас даже танцевать начнем. Легко. Пардон. Ну ладно, тогда другую. Тоже на испанском. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piense que tal vez mañana yo estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Приходите, пожалуйста, от нас, или приходите к нам почаще. А вызывайте, вызывайте. Это делает наш день. Ольга Николаевна, вот сейчас кто-то, может быть, задастся вопросом, зачем мы все это рассказываем? Зачем мы рассказываем о ветеранах, которые в этих книгах, о людях, которые живут рядом с нами? Я очень надеюсь, что у наших зрителей такой вопрос не возникнет, когда они услышали действительно, какие люди могут с ними жить рядом. И зачастую на одной лестничной площадке, там видеть бабушек, которые сидят на лавочке перед домом, а уже возникнет какой-то, ну пусть вопрос не мой, а эта бабушка не всегда была бабушкой, и эта бабушка, она может и до сих пор не просто жить, но жить так, чтобы это был пример для тех молодых, которые проходят мимо. И я уверена, что именно рассказывая вот о людях, о призерах ветеранской книги рекордов, о тех людях, которые еще не вошли, но очень надеемся, что этот проект будет иметь свое продолжение и расскажет о максимально большем количестве жителей нашего города. Он как раз прежде всего нужен молодым людям. Молодым людям, которые вступают в эту жизнь, имея очень часто какие-то нечеткие представления о ней. Но вот общаясь непосредственно с ними, вы знаете, за плечами многих из них не просто сложная жизненная ситуация. У многих это война, детство военное, болезни, какие-то другие сложные жизненные ситуации. Но когда я вижу, общаюсь с ними, это светлые глаза и какое-то особое мироощущение, мировосприятие. То есть эти люди не стали злыми, не стали озлобленными, не замкнулись в своих проблемах. Наоборот, светлые, открытые люди, которые дарят добро. И я думаю, что если мы будем рассказывать о таких людях, то мир наш станет немножко лучше. Чуть-чуть лучше, чуть-чуть просто светлее. Просто уверена в этом. Анна, скажите, пожалуйста, мы уже услышали, что очень много благотворительных концертов. Но, в принципе, с вашими данными вокальными можно этим жить и этим зарабатывать. Почему все время благотворительные концерты? Ну, я себе такую задачу поставила, честно говоря, когда вот выкарабкалась в то время, когда я на небо смотрела и прочее.
я дала себе задачу, что надо жить для людей. А деньги, ну, в принципе, я же получаю пенсию. Ну, я очень аскетичный человек, мне, в принципе, хватает. Мы с мамой часто за чашкой чая сидим, на эту тему рассуждаем. Она у меня тоже очень большой аскет по жизни. Да не нужны нам лишние деньги. Что дается, то и наше. А что не наше, зачем это нам нужно? Это во-первых. Во-вторых, чтобы выступать за деньги, нужно обязательно продюсер и прочее, мама. Ну, мама, пардон, дама в возрасте, ей вот в следующем году будет 80 лет. Так что она бы и рада, но у нее столько дел. Она с правнуками, она вот как только звонят кто-то из внуков, что надо посидеть, она с удовольствием. И вот тем более вот сейчас на Средиземное море опять же собираются на Кипр все вместе. Вот. А еще у нее куча подружек. Кстати, одна из ее подруг, Светлана Петровна Хумарьян, если вы ее знаете. Неужели вы не знаете? Незнакомая. Ну вы что, сейчас фестиваль «Шелест» организует она. Она как-то культурой заведовала в Куйбышевской области. Ну, неважно. Ну и прочее, прочее. И еще я занимаюсь вокалом, между прочим. Я профессионально занимаюсь, ну не профессионально, занимаюсь с вокалистами. У меня очень хороший педагог по вокалу. Кроме того, что я еще пою в хоре лютеранской церкви в Кирхе, вот, она там у нас хормейстер, она еще очень хороший педагог по вокалу, это Елена Александровна Тумановская. То есть всем рекомендую, кто хочет вокалом заниматься. То есть благодаря ей я немножко стал более прилично петь. А то, как я раньше пела, это вы меня еще не слышали. Подзаборное фуражское было пение, извините. То есть дворовые песни все-таки пели, ну, да? Ну, дворовые сюда, но с пацанами-то ну, своими. Ну, как же, конечно же, конечно же. На лестнице. Мне кажется, Ольга Николаевна, вот вы правильно сказали, что очень важно молодежи, вот этот пример такой говорящий. Но, по-моему, не менее важно этот пример для людей в возрасте. Я знаю очень много пенсионеров, ветеранов, которые теряют вкус жизни, погружаются в болезни, и вот это однозначно, но здесь, собственно, и сам дворец ветеранов как раз он создан для того, чтобы человек, выйдя на пенсию, не потерялся, не ушел в свои проблемы, не замкнулся, не стал испытывать какие-то проблемы одиночества, да, прежде всего, ну, проблемы пожилых в большинстве своем, это одиночество. Конечно, еще какая проблема? Вот, для этого дворец создан. И, собственно, мы успешно решаем эту задачу, в том числе и в рамках проекта «Ветеранская книга рекордов», но и в рамках других проектов, самых разнообразных, и пытаемся сказать, и это хорошо получается, поскольку есть такие положительные отзывы о том, что практически любой ветеран, пенсионер, желающий, так сказать, вот наполнить свою жизнь, может, да, прийти к нам и найти себя, если он до сих пор это не сделал. И мне очень приятно, что есть несколько человек, лауреатов «Ветеранской книги рекордов», которых именно дворец подтолкнул к тому, чтобы вот жизнь на пенсии, сказали, только начинается. Ольга Николаевна, я надеюсь, что мы еще в будущем будем рассказывать и о дворце, и о таких людях. Огромное спасибо, что вы нашли мужество и силы, пришли к нам сегодня. И прежде чем попрощаться, я все-таки очень бы хотела, чтобы мы закончили эту программу так же красиво, как начали. Она наверняка нам еще что-нибудь споет. Еще песня. На с русском? Удовольствием. Надо. Нет? Это будет сюрприз. Хорошо. Домино, домино, le printemps château moi, Dominique, le soleil, c'est faibou. J'ai les cœurs qui me boient tes musiques, j'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud, j'ai envie d'être mi domino. Méfie-toi mon amour, je te trouve pardonné, j'ai perdu plus gagné, quand tu m'en as donné. Bien plus d'or à t'attendre, sur mon cœur. Il se peut que maintenant je te fasse du mal. Tu m'en es pas toi-même, ça t'est bien égal. Tout amuse de mes peines et je m'use de tes nuits. Domino, domino, varum cas de l'autre.